Всем привет, это канал Farcop161.ru. Сегодня монтаж тягостного устройства на Volkswagen Amarok. Farcop устанавливать будем производство 5 групп под американский квадрат со съемным шаром. По механической части все достаточно просто. Сам Farcop прикручивается 4 болтами. Штатные места автомобиля на данный момент прогоняем метчиком резьбу. И после этого на вот эти 4 отверстия будет устанавливаться Farcop. На вот эти 4. Раз, два, три, 4. И будем подключать блок согласования, как обычно. Ай-яй-яй, все рассыпалось. Фирмы Flash. По электрике покажем чуть подробнее. У данного автомобиля имеется подготовка для Farcop'а, и силовой провод мы задействуем от штатной проводки, чтобы не тянуть отдельно плюс по раме автомобиля. Так, Farcop уже установлен, механическая его часть. Тут все элементарно просто. 4 болта. Смазали медяхой, предварительно прогнали все резьбовые отверстия метчиком и прикрутили Farcop. Жгутуем блок согласования. Это масса, это у нас на правый поворотник пойдет. И также зажгутуем провода, которые пойдут на левый фонарь. И плюсовой провод уложим тоже дополнительно в изоляцию. Демонтируем задние фонари, скручиваем по 2 болтика торксом 30-е. Вот. На правую сторону будем тянуть один правый поворотник, один провод зеленого цвета. На левую сторону пойдут у нас левый поворотник желтого цвета, красный стоп-сигнал, черный габарит и голубой задний противотуманный фонарь. Так, вот такой вид Farcop'а. Подрозетник одним болтом прикручивается сюда. Провода завели вдоль штатного жгута. Провели на правую сторону жгут. И на левую сторону тоже все вдоль штатного жгута. Блок разместили вот здесь. Вот он блок. Стянули его хомутом. Там есть место, куда его можно прикрепить. Затем плюс взяли с разъема. Подключились через папу, через штатный разъем. Данный автомобиль у нас с подготовкой под тягово-сцепное устройство, но эта подготовка идет под штатную электрику. Так как мы ставили блок согласования, мы подключили, взяли отсюда один провод, чтобы не прокладывать силовой провод по раме автомобиля. И сейчас покажу дальше, что сделали. Провода со штатного разъема и
идут сюда, и здесь были два разъема. Мы вызвонили один из проводов более толстого сечения и пустили его на штатный блок предохранителей, через разветвитель подключили. Монтаж тягово-сцепного устройства на Volkswagen Amarok с подключением блока согласования фирмы Flash. Фаркоп производства 5 групп под американский квадрат с быстросъемным шаром.